Какие профессии будут нужны городу через 10 лет и каким будет сам город? На эту тему специалисты Центра занятости населения совместно с одной из управляющих компаний провели конкурс детских рисунков. Творческие идеи были самые разные. Дети действительно вот они размышляют как бы более выше, как бы и не заостряют внимание, не приземляются как бы только относительно тех профессий, которые сегодня существуют. У них полет творческой фантазии как бы позволяет, и они вот представили на самом деле на рисунках видно, что какие-то новые профессии. Задумываться о будущей профессии нужно с детства, считают специалисты Центра занятости населения. И такие мероприятия помогают в профориентации. Победители конкурса рисунков «Работа в городе Губкинском» в 2026 году получили грамоты от Центра занятости и подарки от управляющей компании.